Друзья, привет, новый выпуск, и начнем мы его с новостей. И вот видите, у меня на столе стоит такая непонятная штука, это вообще бутылка водки Кардер. Долгий очень проект получился, в 2007 году я его придумал. И вот, видите, прошло всего лишь 12 лет, и я вот этот проект завершил. И совсем скоро водка эта вот Made in France, кстати, пойдет в продажу. Водка, в принципе, достаточно красивая и сама по себе качественная. И на упаковке, соответственно, вы можете видеть все логотипы всех компаний, которые когда-то страдали и продолжают страдать от кардеров. Это, ну, Visa, естественно, магазин Farfetch, там Venmo, AliExpress, MoneyGram, PayPal, естественно, куда же без него, да, Citibank, Shopify, короче, ну вот, в принципе, все структуры, которые когда-то от киберпреступников страдали, либо продолжают страдать. Так что скоро на моем сайте, я оставлю ссылку в описании, pavlovich.shop, будет и водка в продаже, и совсем скоро уже будут книги снова, мы печатаем дополнительный тираж, поэтому все, кто хотел приобрести бумажную версию и электронную, все отныне будет продаваться только там, поэтому наберитесь немного терпения, через пару месяцев все заказы всем пойдут по назначению, и больше эта книга не будет продаваться нигде, ее не будет ни на Озоне, ни Литресе в электронной версии, все будет только на моем сайте pavlovich.shop. Также мы запускаем линейку своей одежды от Люди Про с логотипами фирменными и с надписями, которые я часто задаю своим зрителям. В общем, не соскучитесь, там много чего любопытного, есть над чем посмеяться и достаточно качественная одежда, то есть за нее не стыдно. В принципе, как не стыдно и за любые другие продукты, которыми я занимался, то есть водка, книга и одежда тоже будет такой же качественной.